Для совмещения в одном изделии двух цветов пряжи нужно применять комбинацию, чтобы не смотрелось, как будто пряжи не хватило. Ой-ой! Узор должен быть продуман и выделен, и чтобы линии перехода подчеркнули второй цвет, даже если они не контрастны. Для изделия, которые связаны для курса Knitstyler Design Knit за 5 дней, я использовала два темных, не очень радостных цвета. И чтобы изделие получилось ярким, дизайнерским, чтобы цвета друг друга оттеняли, я не стала применять жаккард или другие приемы декора, а использовала примитивную геометрическую графику. То есть все изделие заполнила полосками в разных направлениях и с разным шагом. Находя оптимальное решение, провязала несколько образцов. И чтобы полосы были не скученными, еще добавила в них немножко ажурной легкости. Смотрите и выбирайте свой декор. Итак, первый вариант. Цвет. Добавляем полоску в два ряда дополнительным цветом. Выглядит простовато, но не забывайте, что полосы входят в общее количество рядов изделия. Второй вариант. А если связать не два, а четыре ряда и добавить простейший ажур? Именно этот вариант в итоге я применила в джемпере. Провязываем два ряда. Делаем декерную пересадку петли на соседнюю иглу. Шаг по вашему пожеланию, хоть через одну, хоть через 10 петель. И дальше вяжем еще два ряда отделочным цветом. Выглядит гораздо интереснее, согласны? А что если сделать ажуры на переходе между основным и отделочным цветом? Делаем декерные пересадки друг над другом. Также пересадки между двумя цветами, но со сдвигом. Ажуры в шахматном порядке будут более наглядны. Это комбинация вариантов второго и третьего. Пересадки делаем как в ряду, где происходит смена цвета, так и в середине отделочной полоски. Можно вязать полоску 4, 6 и более рядов. Кажется, что все слишком примитивно, но на самом деле я вязала изделие, в котором полосы не параллельны. Еще на стадии создания выкройки я поделила изделие с помощью программы построения вязальных выкроек на части и каждую часть выделила полосой с ажурами. Хотите узнать, как выглядит изделие, которое связано таким простым узором? Смотрите по ссылке под видео описание курса Knitstyler Design Knit за 5 дней.